Во Владивостоке прошли межрегиональные соревнования по скоростному подъему «Дальневосточная вертикаль» среди специалистов газодымозащитной службы. В мероприятии приняли участие представители 5 субъектов Дальнего Востока – Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Магаданской области и Республики Бурятия. Город Владивосток выбран центром экономического и политического влияния России в Азиатско-Тихоокеанского региона. Соответственно, происходит интенсивная застройка высотными зданиями. Перед нами бросают такой вызов, на который мы не можем не ответить. И этот вызов сегодня реализуется данными соревнованиями. То есть здания 40 и выше этажей, мы должны быть готовы, не дай бог, в случае пожара, потушить и отреагировать на данные. Поэтому мы проводим данные соревнования на самом высотном на данный момент здании в городе Владивостоке на отметке 155,5 метра. В экипировке, включающей в себя боевую одежду пожарного, средства защиты рук, пожарный пояс и карабин, шлем, подшлемник и обувь пожарного, сотрудники МЧС России соревновались в подъеме по лестничному маршу с максимально возможной скоростью на 41 этаж здания на захватывающей дух высоте более 150,5 метров. Особо не готовился, знал себя, верил в себя, то, что могу в любом случае пройти. Была одна подготовка предварительная, проверить сколько нужно времени, где надо разогнаться, где наоборот отдохнуть. Ну и сейчас легким темпом я дошел. Спокойно и на здоровье не жалуюсь, все отлично, все прекрасно. По ощущениям, конечно, сложнее, чем мы привыкли. У нас как бы в основном 20 этажи, 17. Вот первые высотки у нас в пригороде ввели 24 этажа. Ну бегали хорошо, 41 этаж. После 20 уже тяжко. Ну ничего, второе дыхание открывается и бежишь спокойно. Подобные соревнования прошли впервые. Первое место заняла команда Республики Бурятия. Второе место завоевала команда 2-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Третье почетное место досталось команде Забайкальского края. Олег Завьялов, новости на Восьмом.